Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня нам анонсировали обновление, которое даст нам Аден через неделю. Соответственно, я решил снять для вас видео по новым книжкам Адена, которые будут покупаться за Адену, да, немножко каламбур. Значит, будет два типа книг, за полмиллиарда и за миллиард. Изначально нам будет доступно только за полмиллиарда, более всего, но не исключено, что дадут оба вида книг. Книги вторые, я думаю, что добавят немножко попозже. Так, давайте смотрим, что у нас есть по книгам. Так, это арбалет. В принципе, я тоже покажу на арбалета, но у нас этого класса нет и не будет, поэтому... Ну, в ближайшее время не будет. Так, увеличение урона от оружия плюс 20% и точность в дальнем бою плюс 10%. Это за полмиллиарда, за миллиард книжка, у нее идут подряд. Так, стан резистенс, это защита от стана плюс 5% и урон умений, skill damage boost плюс 10%. Так, далее все книжки за полмиллиарда, это более всего, которые, не более всего, это 100% те, которые будут точно в Адене через неделю, так что собирайте Адену. Значит, на танка книга. Все книги пассивные, сразу говорю. Значит, шанс блока оружия плюс 5% и весь урон плюс 10%. Плюс 10 весь урон, это очень даже сильно. Так, эта книжка на Дестра. Здесь у нас увеличение урона от оружия плюс 20% и плюс 15% точности по застаненным целям. Так, это ДК, у нас его нет. Будет немножко позже. Но тоже посмотрим. Урон от умений плюс 10% и весь урон плюс 5%. Далее у нас идут гладиаторы. ПВП точность в ближнем бою плюс 5% и игнорирование снижения урона плюс 10%. Так, даггеры. Випан, увеличение урона от оружия плюс 10% и шанс аномального состояния, то есть дебафов, плюс 10%. Так, далее у нас копье. Шанс восстановить МП при убийстве мобов. Так, я так понимаю, что там небольшое количество, но в принципе будет МП реген дополнительный. И точность в ближнем бою плюс 5%. Луки. Сопротивление умением плюс 10%. Урон в дальнем бою плюс 5%. И игнорирование снижения урона плюс 5%. Так, далее у нас маги. Шанс двойного урона плюс 5% и дополнительный урон в ПВП плюс 5%. Орб. Так, магическая точность плюс 5% и защита от двойного урона плюс 10%. Дальше идут книги по миллиарду. Те, которые, как я думаю, ведут немножко позже. На танка увеличение урона от оружия плюс 20% и увеличение иммунитета в ближнем бою, насколько не написано. Так, дестры. Шанс крита в ближнем бою плюс 5% и дополнительный крит урон плюс 10%. Дополнительный урон при крите плюс 10%. Так, ДК. Ignore damage resistance плюс 5%. Я не знаю, как правильно у нас переведется. Ага. И игнорирование снижения урона плюс 15% по застаненным целям. Глады. Защита от стана плюс 5% и увеличение урона умениями плюс 10%. Даггеры. Защита от стана плюс 10%. Ignore damage resistance плюс 5%. Так, дальше. И сфиксированный шанс восстановить хп при убийстве мобов. Так, пика. Шанс пробивания блока плюс 10%, сопротивление, снижение урона плюс 5% и плюс 10% шанс аномального состояния, то есть дебафы, которые. Так, лучники, резист к стану 5%, шанс корней, правильно, я не знаю, там значит 5%, и увеличение урона от умений 5%. Маги. Защита от стана 5% и увеличение урона всех стихий плюс 5%. Арбы. Защита от стана 5% и увеличение урона светом плюс 10%. Так, это в принципе
все книжки, которые будут в Адене, но опять-таки напоминаю, те, что за полмиллиарда более всего будут сразу, те, что за миллиард добавят попозже, ну, месяца через 3-4, может даже и больше. Вот, вот такое вот коротенькое видео получилось. Еще сделаю отдельно, я думаю, видео по новым локациям с дропом, которые предварительно добавятся в первом обновлении Адена. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.